Второй день подряд такая же херня. В принципе, побрили, просто развернули. Ну, короче, такая же херня на самом деле. Ну, уже, в общем, пошла вторая неделя, как я в Тае. Я в Паттайе в настоящее время нахожусь. Вот такая погодка прохладная сейчас. Видимо, дождь опять пойдет. Время где-то немножко после обеда, только покушал. Так, получается, 10-й день. Вчера я уже был в Миграшке, то есть 3 раза попытка была, ну, 3 было попытки. Разворачивают, говорит, типа, за 7 дней приходи, продлешься, а сейчас, типа, нет. И я хочу попробовать, как бы, это была вчера, получается, понедельник, утренняя смена, и сейчас тоже попробую, до 4 у меня есть время, сейчас время, сейчас 30. Попробуйте рискнуть, получится ли днем податься после обеда, может быть, поменяется смена, в общем, давайте попробуем, что из этого выйдет. Погода вообще шикарная, я тут буквально где-то в 2-3 минутах нахожусь от этой миграшки. Так, время сколько сейчас? Время 1:40. В принципе, у меня в запасе 2 часа 20 минут есть, у меня утром ушло тогда 2 часа времени. Посмотрим, что сейчас получится. Сегодня, кстати, я по-другому оделся. Вот, футболка, там потому что табличка висит. Надевайтесь, ну как бы типа дресс-код. Короче, надевайтесь соответствующим образом. Надевайте рубашки, длинные брюки. Вот как я сегодня выгляжу. Не знаю, видно, не знаю, нет. Вот она здесь. Народу вообще нет. Мы с вами в одной из самых худших иммиграционных служб Таиланда, если верить отзывам по Google, а также, в принципе, моим собственным ощущениям. Вы сперва занимаете очередь, стоите на улице при температуре плюс 40 градусов, далее проходите регистрацию и прыгаете из окна в окно. Вся эта процессия занимает 1,5-2 часа, если вы пришли в утреннее время, может быть быстрее, если вы пришли днем. В конце данного квеста вам говорят следующую фразу: извините, но мы ваши документы не примем. На все же ваши вопросы они просто пожимают плечами и вас культурно отфутболивают. Ну что сказать? Второй день подряд такая же херня, в принципе, побрили, просто развернули. Теперь, если первый раз он говорит, приходи 11-го, теперь приходи 12-го числа. Ну, короче, такая же херня на самом деле. Разворачивают и все. Единственный плюс, как бы, то, что время не просрал хотя бы. А так, такая же история, мол, приходите потом. Так, что еще сказать? Ну, что, своими делами буду заниматься. Что, пустая трата времени, какая-то херня, блин. Бегаешь, как бы, тебя отфутболивают. В принципе, там ошибки, не ошибки, фигня, все. Я говорю, тут единственный плюс, то, что у меня миграшка находится рядом с гостишкой. То есть, минуту потратил и здесь. Все. Короче, полная шляпа. Не буду ходить. Там вот досталось дописать что-то там, телефон, номер или что она там сказала. Короче, номер телефона и... А, фотку они заляпали. Нечего больше рассказывать. Все. Такая история.